Дорогие друзья, нам удалось поймать Светлану Лазареву. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы сегодня будете принимать участие в показе, чего нам ждать? Что ждать? Красавицу Лазареву на подиуме. Что еще можно ждать, кроме красоты нереальной на подиуме? А вообще, здрасте, мне очень приятно, что вы меня поймали. Вы такая лучезарная. Спасибо огромное. А кто будет создавать сегодня вам образ? Кто создает образ, да, но вы знаете, я же человек такой консервативный. И поэтому я иду всегда со своей прической, со своим макияжем, потому что, чтобы создать образ, да, для этого я вообще очень капризный человек. Я отдаюсь в руки только абсолютно единицам стилистов, которым я доверяю, там, и испортить мне прическу или еще что-нибудь такое. Вот, и поэтому мы сделали сообща, делали этот образ. Ну, то есть сделали то, что я делаю всегда, помогла мне девочка здесь. Наверное, у вас такими взглядом есть свой стилист? Конечно, конечно. И уже очень много лет. Это Аня Русинова. Она является одним из ведущих стилистов программы на Первом канале «Модный приговор». Потому что уже работает. Здорово, дорогие друзья. Ну, я думаю, самый главный вопрос сегодняшнего вечера. А что для вас мода? Мода? Это, наверное, для женщины самое важное. Я стараюсь быть в тренде все время. Я стараюсь заниматься спортом. Но я считаю, что мода – это здоровье. Когда человек здоровый, он модный. А самое главное – здоровая душа. Когда человек на позитиве со здоровой душой, он модный. Абсолютно с вами согласна. Спасибо вам огромное за несколько слов. Не будем вам отвлекать. Светлана Лазарева была с нами. Спасибо. Чао.